Здравствуйте! Вы заглянули на канал «Охота. Мое хобби». Сегодня мы на охоте, как вы видите. Охотимся на уток. Закрытие сезона на этот вид охоты. Уже ноябрь, мороз, протоки все во льду. Сантиметровым, я даже сказал. Охочусь на море. Пролет только-только пошел. Утка пошла по морю небольшими партиями, 10-20 голов. Вот на лодке плыло только мыша. В камыше забито. Утка идет. Вот только-только пошел пролет. Начало давить морозом. Но морозик еще пока слабенький такой. В камыше даже еще, где волна, стоит вода. Утка набивается в камыше. Но в протоке уже все не лезет. Там полный лед. Ну, хотя сегодня я утром в одной протоке, там была проталина, уточку одну поднял. Но, скорее всего, местная какая-то застряла. Может быть, такой не сильный подранок. Всяко может быть. Сегодня охотимся. Охотимся с манком, с двустволкой ТОС-34. Патрон тройка, мой самокрут. На соколе 2,2, контейнер с тройкой. Аж 17, по-моему. Не помню. Чучела. Расставил манков и кобелас. Одно чучело глуповато, иногда переворачивается на волне, пробитое. Надо с него летом будет на следующий сезон вылить воду и заклеить. В целом утка мотается, уже два раза налетала на чучела. Реагирует хорошо на манок, то есть я их здесь всех распугал. Место выбирал именно из расчета того, что где больше всего поднял уток, там и стал. То есть на этом острове было больше всего подъема именно в этом месте. Тут разбросал чучела. Чучела разбросал растянуто. Уже пришел к выводу в процессе охоты. То, что наблюдаю здесь на утками, сидит утка на море партиями. Вся утка сбитая в плотные большие кучи. Поэтому что-то я зря, наверное, растянул. Потому что утка так заходит на чучела. Казалось бы, вот-вот она уже хочет подсаживаться. Первое время я сидел внизу. Ну, как бельмо, грубо говоря. Просто замаскировался, так и не двигаясь. Что-то ее пугало, прям она сразу уходила. Потом натянул такую маскировочную сеть. У меня есть такая слабенькая, импровизированная моя из материала сеть. Ты знаешь, потом пошли налеты уже более ближе. По-моему, она работает. Ну, более-менее хотя бы мой силуэт, скорее всего, прячет. Охотимся, сидим, наслаждаемся. В зимней одежде уже, потому что мы подмерзаем. Уже даже ручки подмерзают. Маню. Нет-нет, охочусь. Вот так. Утка на море есть, пролет пошел. Слабенько, но пошел. Сейчас. На море, конечно, чучел нужно выставлять как можно больше. Если нет как можно больше, то ну пошире сделать. Махокрыло бы еще. Вот здесь вот махокрыл. Махокрыл здесь на море тема, потому что утка вся сидит, как правило, на середине. Но я сейчас прокатился, вдоль камыша тоже забито. Вот это уже глубоко. Кряква в основном сидит вдоль камыша. Стаями по 10-20 голов. Чернить, гоголя. Все на середине, на фарватере сидят. Ну, такая утка. Сейчас с этого камыша тоже, вот почему я здесь выбрал место. Здесь партии хорошие сидели. Здесь, видать, и потише. Но все они ушли на середину. Здесь в основном кряква сидела. Перевернется? Перевернулся. Поздно, я вообще поехал на разведку. Но обычно, сами знаете, спонтанная охота, как правило, получается неплохая. Так, ну расстановка у нас получилась. Чисто в береговую линию, в ряд.
Единственное, что не смешивал фирмы. Манков сначала, потом кобеласовские пошли. Ну, знаешь, такая растянутая подкова. Так и в камышике немножечко. Ничего не изобретал, просто хаотично вот так вот решил выкинуть. Чтобы приземление было, ну вот, будет идти с моря, либо оттуда с моря. Ну и приземление, естественно, куда-то сюда. Либо вот туда под камыш. Я буду сидеть вон там в траве на острове. Лодку я сейчас обгоняю вокруг острова, там прячу в камыше. Сам пешочком прихожу сюда с ружьем, сажусь. Манки и маним. Задумка неплохая. Посмотрим, получится ли. Поехали сейчас. Ну, ружьишко, конечно, лучше в момент движения зачехлить. Потому что, ну, мало ли, какая инспекция. Не нужна нам лишняя проблема. Поехали. А вроде смотришь, утки сидят, да? Там стайка, здесь стайка, там разбрелись. Все, можно снять жилет. Берем патроны. Так как на улице мороз, минус 3, ну, видите, лодка вся леденеет, то мотор ни в коем случае не поднимать, лучше его оставить в воде, дабы не примерзла помпа и можно сорвать крыльчатку. Это, пусть все это в воде. А мы с вами берем бинокль, чтобы не скучно, посмотрим на море утку. Патроны. Можно всю сумку взять, да и все. Чехол можно оставить, чтобы лишнее не тащить. Уже две партии, там голов по 20 сидит. На меня никак не хотят. Из-за чего? Ну, они шли на меня, в принципе. Видать, они меня все-таки палят. Что-то надо делать с маскировкой, ребята. Наверное, надо уходить отсюда. Сижу я тут как бельмо. Да, я сижу тут как бельмо. Уйду в остров. Сяду в траву. А лучше прямо на остров сяду, вон под куст. Меня они палят. Проводим разведку, куда сели утки. Есть желание попробовать их поднять. Мне казалось, садились на море, но, видать, они сели в камыш, получается. Две хорошие партии. Где-то вот они здесь расселись. Да? Есть мысли. А мыша мелко. Одеть заброды и пройти вдоль камыша. И устроить им бдыщ. Лодка, ты где? Лодка вот. Что, такое устроим? Ну а что? Это же охота. Раз они ко мне на чучело не хотят лететь. Ну как, можно еще, конечно, поманить. Смотри, я сижу полчаса, но час. И две хорошие партии прошли на чучелами. Но мне хотелось просто их это. Конечно же, посадить. Конечно, посадить. Сейчас пойду, наверное, все-таки заброды одену. И пробегусь. Слезаем с нашей вышки. Ну, судя по ощущениям, приземлялись прямо сюда, на море.
потом могли просто в камыш зайти. В камыше у нас еще не везде камеры стоят. А есть еще и суша. Ладно. Вот это поднялась. Прикиньте. 10 метров это самое далекое. 10 метров самое далекое. Блять, вон еще одна. Да. Ладно. Прикольно. Пошли теперь звонить. Звонок. Вот они. Ну ладно. План Барбаросса. Пятизарядки, наверное, бы на... Вон они, куда расселись, суки. Еще одна взлетела. Куда же вся партия делась? С пятизарядки бы, наверное, на втором успокоился, отпустил и выдал бы ей по-правильному. Ну и ладно. Будем учиться на своих ошибках же. Пойду опять переодеваю эту заброду. Сейчас эта утка сядет на море. Они в одиночек. Одиночек. Тоже можно наманиться чуть-чуть. Сейчас начнем. Как раз пойду заброды сниму. Вернусь уже. Более-менее утихомирят они. Ну прикольно. Все равно. Адреналинчик взял. 10 метров поднялась. Я чернее. Да, уже тяжело ходить в зимнем костюме. На бродах уже все, ребята. Сейчас пойду. Звонить лучше. Сейчас буду сидеть вот под этими кустиками. Конечно, блин, маскировочная сеть у меня есть в лодке. Надо было маскировочно. Пойду я за маскировочной сетью. Я сейчас здесь вот так ее натяну. И все будет ништяк. Посидим до вечера. Ну, такая вот сетка получилась. Конечно, фонит она нормально так. Примитивно. Но, блин, может хоть как-то сейчас солнышко. Но из-за того, что под солнцем ее просвечивает. Ну, не знаю, может хоть как-то поможет. Сейчас такую стаю уток пропустил. Так хорошо на чучела заходили. Но они сели вот в 100 метрах. Очень хорошо заходили на чучела. Камеру, оказывается, неправильно повесил. Начал пока включать камеру. Я уже сетку вот закончил натягивать. Прям только вот куртку одел. Начал усаживаться. И они прям на чучелами летят. Я пока манки взял. Начинаю включать камеру, чтобы вам показать. И они уже проходят. Камера неправильно висит. Я ее начал перевешивать. И уже начал манить, когда они вот уже здесь. И упали. Вот они прям 100 метров упали. Пока сейчас так посижу, поохочусь. Пусть они здесь будут. Если что, опять пойду за запродом, я запроды отнес. Чего отнес? Да были бы они здесь, да и бог с ними. Сейчас одеть по камышу можно было попытаться еще раз. Но раз пока утка летит, я, наверное, не буду больше бегать туда-сюда. Пусть она сидит для привлечения, так скажем. Сейчас вся эта партия вышла из камыша, пытаюсь манком. Вылезли два селезня сначала, на разведку сплавали. Фарватер где-то 20 метров. Посмотрели на чучела сдалека. Вернулись к камышу. Сейчас за собой вытащили всю партию. И вроде как бы кормясь, идут ко мне вдоль камыша. Хотя они сейчас вот против ветра мордами стали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Купаются. Три самки, три селезня. Вижу. Остальные в камыше сидят, наверное. Вся кряква.
вторая партия тоже вышла, где-то их 20-25 голов я насчитал. Блин, селезни красавцы, просто красавцы селезни, как с картинки. Сейчас двигаются потихонечку в мою сторону, но как бы в фарватер уходят. В глубину. Сбились в большую стаю плотную. Вот сейчас, кстати, хорошо наблюдать за утками. Расстояние между ними всеми где-то 20-30 сантиметров. Идут плотные стаи. Потихонечку по течению к нашим чучелам. Ага, ребята, подходят. Сейчас стараемся не маячить под нашей сеточкой. Ладно, буду манить. Идут плотные стаи. Кучкой-кучкой идут фарватером. Могут сейчас подойти к чучелам. Ушли, покружились в метрах, наверное, в 60. И так по течению поплыли. Вон они. На свое место, куда приземлились, туда и поплыли. Потихонечку маню, подкрякиваю. Так. Душа поэта пока не летает. Пойду попробую подойти по камышу еще раз. Но по-другому никак, там лодка идет, шла. Или бы их сейчас спугнули, я не успел бы сделать, и то я их увидел случайно. Вот она лодка идет, блин, они тут тоже в камыше стали. Хороший селезень, бил по двоим. Чтобы его мне забрать, мне нужно идти за лодкой. Придется стоять и ждать, а то сейчас эти чуваки у меня его заберут. Главное, что добыто. Они два сошлись вместе, они меня увидели, все. Но они больше отвлекались на лодку, как бы туда смотрели. Потом два вместе сошлись, я думаю, сейчас, чтобы два сразу взять. Нет, один улетел. А этот лег. Но вторым выстрелом все, я уже, короче, не сосредоточен был, потому что я начал смотреть, сколько легло их. И я, как бы, знаешь, второй выстрел... Одним глазом делаю выстрел, а вторым глазом смотрю за утками, сколько легло, чтобы не нырнул он, сука. Потому что они любители понырять. Сколько их уже потеряно. Охота продолжается. Давай, сейчас его, может, к камышу поднесет. Его и несет к камышику. Эх, еще чуть-чуть, заброды уже на пределе. За лодкой не иду. Блин, иди сюда. Ружьишком. Плазиком. Ну что, что? Хорош. Хорош, чертяка. Смотри, какой красавчик, а? Ох. Вот это утка. Смотри, какой жирный, красивый. Я же говорю, как с картинки. Привет, дружище. Ага. Я за тобой давно слежу, ты знаешь. Видел я тебя. И проверять тебя плывал. Бинокль. Красивый. Спасибо за охоту тебе, друг. Замечательно, что нашелся. Что ты не нырнул, что ты не уплыл. Красивая удочка. Красивый селезень.
неудобно сквозь кусты. Ты прикинь, я здесь шел минут 10 назад. То есть она пропустила меня. Одна рука занята уткой, вторая стреляет. Я так не умею, я не барон Мюнхгаузен еще пока. Смотрите, какой красавец. Такого и показать не стыдно. Такой прям красавчик. Хороший, увесистый такой сележок. Да, заброды и зимний костюм — вещи несовместимые. Но в такую пору по-другому никак. Снимаем заброды, продолжаем охоту. Маним. Эта стая здесь, она и будет кружиться потихоньку. Но хотя она, половина стаи осталась в камыше, как вы видели, я туда прошел, назад она рассосалась вся по камышу и там сидит плотно. Сейчас опять бинокль осмотрюсь. Они вернутся, и они сейчас так вот, сейчас помани, опять минут 10, они опять зайдут. Уже третий раз такая фигня. Одно хреново, воды нету. Еще, блин, по установке чучел все-таки, ну, у меня ошибка конкретная. Сейчас я уже просмотрел в бинокль, как утки сидят на воде. Здесь вот. Вот эти. Они сидят очень кучно. Зря я растянул. Но это мое мнение сейчас так. Если что, ты шаришь там, напиши в комментариях. Правильно, что я растянул, или все-таки надо было сбить, как сейчас сидят стаи на воде. Вот я в бинокль просматриваю. Стаи на воде сидят сбито очень. Очень кучно. Может быть, правильно все-таки было сделать так. Три штуки вдалеке идет, вроде развернул маночком. Сейчас солнце зайдут. Подсели к чучелам две штуки. Долго я их выкруживал, выманивал. Что, добить что ли надо ее? Или дошла? Две кряковки, две самки подсели. Что, значит, все нормально, у меня с маскировкой нормально. Единственное, я сейчас сел прям поплотнее, прям под эту штуку. А то вот здесь вот сидел, и я как бы уток оттуда ждал, с моря. Поэтому как бы передо мной стена, да и бог с ней, как говорится, да? А начали заходить, возвращаться оттуда. И походу они меня просто тупо видели. Вот такие вот дилы, ребята. Вторая у нас утка, уже на чучелах. Сейчас ее, наверное, ветерочком сюда подгонит. Не буду одевать заброды. Или не подгонит. Не, одену быстро заброды, сбегаю. Достану я ее. Или за лодкой идти. Блин, походу надо палку длинную. Че, сухая?
такой. Не, ребята, ни спиннинга у меня нету. Ладно, я сейчас камыши тормознет, потом заберу. Троечка моя. 2,2 пороха. Да я даже, да, даже думаю, можно и 2,1 сыпануть. Я из-за холода. То, что морозы. 2,1-2 можно делать для дроби. Это я уже зарядил скорую добивать. Сейчас такие патроны на утку. Смешить только их. Тройка сейчас оптимальный вариант на утку. В принципе, это и максимальный вариант. Но у меня здесь все патроны, у меня и ноль даже здесь. Ну, то есть уже от безысходности. За уточкой наблюдаем, ее несет он в камыш. Ну и пусть несет. Отлично, все хорошо. Все хорошо. Ну, видишь, стая идет, не привлекают чучела почему-то. Что-то с расстановкой, мне кажется, или место, что-то их оно смущает. Хотя парочка вот прям подсела. Может быть, я гоню. Может быть, просто гоню. Куда тебя унесло-то? Вот еще ворон летает иногда. Прям так и соблазняет меня бахнуть иногда по ним. Вон оно. Не, ребят, пойду лодку брать. Негоже тишь бросать. Сбегаю за лодкой. Все равно уже собираюсь. Собирался собираться. Ну и парочки мне, в принципе, хватит. А потом еще вернемся. Так бы еще постоять бы, конечно. Надо это. Потеряю, не дай бог. Лучше бросить охоту, чем бросить дичь. Да что, так легко потерять ее можно было бы. Чем селезень. Сейчас еще решил все-таки посидеть. Ну, полчасика, часик, и все, и хватит. Поеду соберусь в город. Красивая. Прям такая пестренькая, просто красотка. Уточка жирненькая. Ну, этот я уже сижу тут от скуки. Обрабатываю дичь. Сразу же щипаю, сейчас и это отщипаю. В общем, сижу, покрякиваю и пощипываю. Ну все, охота закончена. Что-то я даже засиделся. Время-то уже 2:30. Блин, а мне 3 надо было выехать в город. 3. Через полчаса мне нужно выезжать. А я еще хрен знает где твоё село. То есть не час на все сборы. Селезень ощипанный. Утка не ощипанная. Сейчас быстро буду щипать. Вот так чучела соберу. Результат есть. Результат просто... сказочный. Мы провели хорошо время на охоте, добыли две шикарные утки, а это утки шикарные, это утки уже, можно сказать, зимние. Ноябрьская утка, она самая-самая ценная утка. Холодновато, ветерок, но все равно проведенный день на охоте. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрите, спасибо, что ставите пальцы вверх. Всем удачи. Спасибо.